Итак, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ногайского и Тарумовского района. Соответствующий указ подписал в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. Отсутствие осадков, непрекращающийся штормовой ветер и варварская хозяйственная деятельность привели к разрушению почвенного слоя на землях отгонного животноводства. На руководителей муниципалитета возлагается ответственность по проведению неотложных мероприятий по ликвидации ЧС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики окажет всю необходимую помощь животноводам в проведении необходимых мероприятий.